стилист Ольга Филиппова. Главное мероприятие как-то в уголочке. Ну, спасибо большое, что меня сюда пригласили. Мне очень приятно видеть столько красивых женщин в первый весенний, по-настоящему весенний день. И позвольте представиться. Меня зовут Филиппова Ольга, я имидж-дизайнер внешности, или, как сказала одна моя клиентка, гардеробный врач. Разбираю гардеробы мужские и женские, любой сложности, помогает паковать там иногда сокровища, учу по-новому комбинировать, прежде чем идти в магазин и тратить деньги. И сегодня тема моего большого выступления, естественно, тема моды и стиля. Что такое стиль? Да, то есть хочется, конечно, начать с него, потому что это первопричина. Но стиль – это не недорогая брендовая одежда. Сейчас это уже скорее антистиль. Да? Стиль – это знание своей фигуры, знание ее сильных, ну, условно, для женщин слабых сторон, и умение преподнести себя в самом выигрышном виде. В самом выигрышном цвете. И как бы, в принципе, у нас считается, что нет плохих фигур, есть типы фигур, есть определенная одежда под каждый тип фигур. В общем. И это знание, оно уже помогает где-то скорректировать на то, что вы любите, то, что вам нравится, то, что реально это ваше достоинство, видите на первое место. Стиль – это знание своих выборов. То, что вам идет, и носить их, ну, как минимум, лица. Потому что это сразу подтяжка, да, минус 5, как минимум минус 5 лет, это кожа свежеет, молодеет, и глаза горят. Это очень важно для женщин, особенно после 40, уже знать свои лучшие цвета и цветовые сочетания. Стиль – это умение комбинировать и вычленить из моды то, что идет именно вам. Все мы хотим, ну, в определенном возрасте выглядеть моложе, выглядеть современно. Что это значит? Это значит быть интересным прежде всего самому себе. Когда ты интересен себе, ты интересен своим партнерам, окружающим, друзьям, своим детям. И мода помогает нам выглядеть интересно, стильно и современно. А мода сейчас, она многогранна. В принципе, каждый может для себя выбрать то, что подходит именно ему. Нет смысла за ней гоняться. Если говорить о глобальных трендах, вот таких вот глобальных, да, то это мускулинизация женского образа, милитаризм, спорт, объемность, многослойность. Это вот такие общие тренды. Второе направление, да, то есть вот такое тоже очень большое, это минимализм, демократичность, удобство. Это то, что сейчас. Вы, наверное, сами это наблюдаете. Вот. А если говорить уже более подробно, да, ну, все мы носим мужские вещи, да, они перешли в наш гардероб. И сейчас это особенно актуально, да. Если это пиджак, то удлиненный, двубортный, с большими плечами. В моде 80-е. В моде костюма. И, в принципе, этот тренд мне, ну, как бы мне нравится, он мне близок. Ну, потому что костюм, как бы, тот, кто ходит на работу, носит костюм, он считается уже в тренде, он костюм. И те, есть у меня женщины, которые не работают, но которые тоже хотят выглядеть стильно и современно, я им всегда советую приобрести жакет, ну, пиджак, да, более современного такого кроя, а не ходить постоянно там, в кофточках, трикотажных и кардиганах. Потому что, когда женщина сидит долго дома, то она, как бы, так сказать, немножечко, ну, растекается. Когда мы одеваем жакет, ну, пиджак, да, ну, кому более понятно, то это сразу структурирует образ, это управляет осанку, и это подсобирает. В моде рубашки вместо блузок. Если говорить о брюках, то это два вида брюк, укороченные до щиколотки и широкие на высокой посадке. Широкие и длинные, то есть длина должна закрывать каблук. Если говорить вот о длинных, именно о длинных, да, не вот как вот именно до длинных. То есть если у вас есть какие-то широкие брюки, прям посмотрите и под ваш каблук сделайте длину максимум, если там есть что выпустить. И, скажем так, зона сексуальности сейчас сместилась на щиколотку. Это уже не зона декольте, это не живот, это плечи, щиколотка. Да, это считается вообще часть, да, да, это, знаете, но это, если говорить глобально, это связано с политикой, с экономическими, с политическими событиями, с военными, вот такая вот. Если углубляться. Но вообще-то, если считается часть ноги от колена и ниже, у женщины уже самое сексуальное для мужчины. А никогда мы, ну, открываемся так, не понятно, что плюсок, мы тоже не открываем. Так, спорт. Да, в моде сейчас, конечно, спортивная тема, спортивные костюмы. Сразу скажу, что для женщин женственные именно фигуры, женственные, это не
не то, на что стоит обращать внимание. Да, это для таких оттянутых спортивных фигур. В моде очень красивые цвета, действительно, этих сейчас спортивных штанов и так далее. Конечно, это удобно, но тут опять же по ситуации. Вот, скажем, ну, в ресторан, наверное, в театр все-таки не стоит в этом ходить, насколько бы красивые эти штаны там не были, да. Но в самолете полететь, на дачу поехать, просто гулять, конечно, это удобно, это действительно красиво, это молодец тому, кому это идет. Рубашка, я сказала, да, рубашка вместо блузок. В моде объемность. Да, то есть между телом и одеждой должен гулять ветер. Не стоит там тянуть руки, покупать обтягивающий трикотаж, да, обтягивающий платье, но опять же, да, из исключения, да, из правил, если у женщины очень женственная фигура, фигура гитары, но она обречена носить платье, как правило, все другое посадить очень сложно. Вот. Но поскольку сейчас много современных фигур тоже по мужскому типу идут у женщин, понятно, что делают моду под, более так, массово. Что еще интересно, на что, может быть, стоит действительно обратить внимание в моде? Монохромные сочетания одного цвета, да, идет растяжка одного цвета, ну, условно, там, от бордового, ну, не условно, от бордового до розового, да, от коричневого до желтого. Эти сочетания, да, если правильно уметь их делать, потому что при кажущейся легкости достаточно сложно это грамотно сделать. Получается самое элегантное сочетание, это очень красиво, это выглядит всегда дорого, очень элегантно. В моде розовый цвет и фуксия, сочетание красного и розового, тоже очень красиво. И вот на это, кстати, есть смысл обратить каждой женщине, и вообще каждой женщине в гардеробе должен быть предмет розового цвета. Пусть это будет топ, там, даже рубашка, брюки, может быть, весной-летом даже костюм. Почему обращаем внимание? Вы знаете, розовый цвет – это вот, ну, не красный, как бы тоже очень здорово, у каждого тоже есть свой там красный цвет. Розовый цвет для женщины – это ее любовь к себе, любовь к внутренней девочке. Да? Не зря девочки очень часто любят именно розовый цвет. Розовый цвет полезен и бизнес-вумен. У меня у самой был очень долгий бизнес, 12 лет, и я прекрасно понимаю, как женщина, когда она не ноша, да, такая вот, да, бизнеса, неважно, большой, маленький, она немножечко ожесточается, сначала внешне, а потом и внутренне, это происходит непроизвольно. И вот предмет такого вот розового гардероба позволяет оставаться женщиной, не забывать про это. Плюс, если вы, ну, такой бизнес-вумен, этот розовый цвет может помочь вам переговорам. Если вы одели костюм, строгий синий, такую розовую блузку, мужчина расслабляется. Прекрасно. А если женщина? Вот надо осторожно, да. Это надо, да, знать, кому идешь на переговоры, совершенно верно, да. Вот, то есть прекрасно все эти мужчины напрягаются, при розовом он расслабляется, и вы можете как бы носить больше, чем в обычных условиях. В моде валаны, рюши, но здесь надо быть осторожным, не каждому придет, сразу говорю. В моде разрезы разные, вот здесь как раз очень можно этим пользоваться, они в самых неожиданных местах, на талии, если длинная вещь, там на юбках это очень красиво смотрится. В моде сочетания, не в моде, а вообще современные тенденции, да, вот я сказала там про объем, сочетание мужского и женского. То есть, скажем, вот такой чисто совсем женственный стиль, ну, сейчас это не совсем, да. Вообще, что я предлагаю тоже вот женщинам прийти домой, залезть в гардероб мужа и перемерить все его свитера под рубашку. Вот футболку или рубашку. Если есть рубашка своя, можно надеть рубашку мужа и сверху свитера. И внизу, например, узкая юбка. Да? Ну, то есть, если сверху объем, внизу должно быть узко, правильно. Да? То есть, здесь широко, здесь узко. Вот, если сверху объем, еще раз, да, внизу узко. Одели каблук, узкую юбку, вот этот широкий свитер, и вы увидите, что наоборот вы женственности не потеряли, а приобрели. Потому что с возрастом сочетание уход с чистым женственности, он, ну, придает возраста. А сочетание вот этого инь и янь, мужского и женского, добавляет динамики. Все, это очень-очень молодец. Обращайте внимание на обувь с острым концом. Ну, не совсем, да, но не тупые. Да? Если говорить о стиле, то когда я долго много про это разговаривала, много про это говорить,
То есть в первую очередь тоже обращаю ваше внимание на голову. То есть стимул совершенно остается с головой. И в прическе должна быть динамика. Да? Это асимметричные челки, никаких начесов, никаких локонов специально сделанных. Да? То есть это должны быть уже или прямые волосы, или небрежно как-то уложенные. Да? Вот никаких специально сделанных причесок, скажем, уже с возрастом как бы не нужно делать. Тоже можно добавлять там вверх. И вообще, можно говорить долго о стиле, прежде чем идти в магазин и покупать очередную вещь, потому что у нас это заложено. Я, знаете, даже среди мужчин провожу опрос, насколько у них вот этот есть зуд покупки. Да? То ли они все-таки не признаются, то ли сами как бы не осознают, у нас у женщин это явно выражено. Да? То есть нам хочется что-то покупать хотя бы там раз в месяц. Поэтому прежде чем бездумно что-то покупать, а потом как бы вещей много, а носить нечего, да, вы должны понимать, для чего вы покупаете эти вещи. Да? То есть вы должны понимать себя. Наш гардероб это отражение нас, что у нас там сидит на самом деле. Это глубокая психология. И одежда. Это вот не просто вещи, это наше, вообще-то наше мировоззрение, это наш способ разговаривать с миром. И прежде чем идти в магазин, вы должны понять, ну, для чего вы вообще одеваетесь, да? Какие ваши цели, какой вы хотите быть вообще именно сегодня. Может быть, вы сегодня хотите быть яркой, может быть, наоборот, незаметной. Вы хотите показать свою женственность или показать свой профессионализм. Это совершенно разные вещи. Совершенно разные цвета, это совершенно разные фактуры. И в заключение, чтобы вас не утомить, я призываю вас любить себя, потому что вот эти покупки, они нам нужны. Мы так любим себя, мы так себя дарим себе частичку любви, потому что если мы себя не любим, то и окружающие нас тоже не любят. Согласна, да? Я очень рада, что вы меня понимаете в этом плане. И гардероб, кстати, это тоже одна из ступеней, скажем, развития, да, когда человек понимает, для чего ему это надо. Это наше настроение, это наша частичка счастья. Я вам всем желаю, открываю вам гардероб, и одеваюсь, глядя на себя в зеркало, любить себя, чтобы ваше отражение вас радовало, чтобы окружающие вас любили. Любви вам, радости, будьте всегда красивыми. Спасибо.